Сегодня на пересечении улиц Джангара и Хомутникова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовой автомашины КАМАЗ и иномарки. В результате происшествия у легковушки были повреждены лобовое стекло, капот, элементы двигателя и передний бампер. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося выясняются. В результате дорожно-транспортного происшествия ранение получила водитель легкового автомобиля Mazda. В настоящее время органами внутренних дел проводится проверка по факту происшествия, причины и обстоятельства устанавливаются.